فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Продолжим нашу тему «Аль-джам'у фи лугати л-арабийяти» – множественное число в арабском языке. «Саниян джам'у л-муаннаси салиму» – второе – правильная форма множественного числа женского рода. Как мы уже упомянули ранее, для получения множественного числа женского рода «джам'у л-муаннаси салим» необходимо добавить «алиф и та». Алиф и та после удаления тамарбути, если она присутствовала, амсилятум примеры. Справа аль-муфраду единственное число, слева джам'у аль-муаннаси салим здоровое множественное число женского рода. Например, справа аль-муфрад единственное число. В некоторых словах присутствует тамарбута. Вот этот тамарбута уходит при джам'у аль-муаннаси салим и добавляет алиф и та. Однако форма не меняется. Форма или конструкция не меняется внешне или при произношении. И также, если в словах отсутствует тамарбута, однако окончание или в окончаниях этих слов добавляется также алиф и та. Алиф и та мафтуха. Шарикатун – компания. Шарикатун – это уже джам'у аль-муаннаси салим. Здоровое множественное число женского рода. Здесь ничего не меняется. Просто тамарбут уходит и добавляется алиф и та. Алиф и та. Шахадатун – свидетельство. Шахадатун или кулиятун – факультет. Кулиятун – факультеты. Джамиатун – университет. Джамиатун – университеты. Мушкилятун – проблема. Мушкилятун – проблемы. Хаммамун – это ванная комната. Хаммаматун – ванные комнаты. Ихтиярун – это выбор. Ихтияратун – выборы. Тадрибун – упражнение. Акмилиль джадвалялати камафиль джадвали сабики – дополни следующую таблицу, как в предыдущем таблице. Например, аль-муфраду – единственное число. Джам'у аль-муаннаси салиму – здоровое множественное число женского рода. Кабиратун – это большая. Здесь будет кабиратун – большие. Здесь дирасатун – это изучение. Скажем, дирасатун будет муфрад – единственное число. Здесь добавляется дирасатун, то есть два алифа будет. Здесь, если будет один алиф, дирасатун, изучение, здесь дирасатун, изучение. Устазатун, устазатун, преподавательница, здесь будет джам'у аль-муаннаси салиму. Устазатун, таким образом, или табибатун, видите, табибатун, врачи, женщины. Здесь будет табибатун с тамарбута без алифа. Табибатун. Или, например, мукминатун – верующая. Мукминатун – верующие женщины. Садикатун – правдивые женщины. А единственное число будет садикатун. Без алифита будет садикатун с тамарбута. Садикатун – правдивая. Матарун – аэропорт. Джам'у аль-муаннаси салим будет матаратун, матаратун, таким образом. Играбу джам'у аль-муаннаси салим, грамматический разбор. Играб для правильной формы множественного числа женского рода.
اقرأ الجمل التي читай следующее предложение ولاحظ علامة إعراب جمع المؤنث سالم и обрати внимание признак إعراب جمع المؤنث سالم на здоровое множественное число женского рода. Например, ذهبت طالبة إلى المدرسة. Ушли студентки в школу. رأيت طالبات. Я увидел студенток. أطالبات في الفصل. Студентки в классе. هن طالبات. Они студентки. هذه مدرسة طالبات. Это школа студенток. قالت الأستاذة لطالبات افتحنا الكتاب. Сказала учительница студенткам افتحنا الكتاب. Откройте книгу. في الجملة الأولى в первом предложении كلمة أطالبات فاعل. Вот в первом слово أطالبات является فاعلом, действующим лицом. Действующим лицом. Захабати фиал, атолибату фаил. Фиал фаил, фиалун фаилун. Глагол действующее лицо. Действующее лицо всегда марфуа. И признаком его рафа это дамма, атолибату. Фил джумлати талисати в третьем предложении калима атолибату мубтадаун является мубтада в третьем. Вот в третьем слово «атолибату» мубтада «фил фасли» «джар маджрур» «шибул джумла» «фи махали рафа» «хабар». Например, «фил джумлати робиати» и в четвертом предложении «калимату» «толибатун хабар» «хабар» «хунна мубтада» «толибатун хабар». В первом «фаил» действующее лицо. В третьем «атолибату» мубтада. Четвертом «Толибатун хабар» «марфуа», также «марфуа», также «марфуа». И их признак, их рафа – это что? «Дамма». Огласовка «дамма». Огласовка «дамма». «Валякад дарасна кабля залика анна альфа'иля марфуан». И до этого мы учили то, что фа'иль действующий лицо, он «марфуа». «Вальмубтада марфуан» и «мубтада марфуа». Вальхабару марфуан и хабар марфуа. Идан в таком случае калимату атолибату марфуан. Марфуа. Марфуа. А что касается ва фил джумлати таньяти во втором предложении калима атолибати мафулун бихи. Мафулун бихи. Втором во втором. Скажем, раайту толибати. Ра фиал глагол ту фаил действующее лицо. А толибати мафулум бихи на кого падает действие. Мафулум бихи всегда мансуб в падеже насб. Ва аламату насбихи аль-касра. Однако признаком его насба здесь касра. Здесь касра. Так как джамуал муаннати салим не принимает огласовку фатха. Не принимает огласовку фатха. Принимает дамму и кесру. И в положении насба, в патеже насба, признаком его насба будет кесра. Можем добавить ниабатан анил фатхати. Кесра, заменяющий фатху. Ли аннаху джам'у аль-муаннаси салим. Потому что слово толибати, джам'у аль-муаннаси салим, здоровое, множественное число женского рода, и не принимает фатху. Фатху в положении насба заменять кясра. Он мансуб, однако с кясрой, заменяющий фатху. И поэтому здесь мафулум бихи. Мансубун аламату насбихи аль-кясра. Валякад дарасна кабля залика анна аль-мафхула бихи мансубун. И до этого мы учили то, что аль-мафхулу бихи он мансуб. Идан калимату атолибати мансуба мансуба. Вафил джумлати л-хамисати и в пятом предложении калима атолибати мудафун илейхи. Мудафун илейхи в пятом. Хадихи мадрасату толибати. Вот мудафун илейхи. Мудаф, мудаф илейхи. Мудаф, мудаф илейхи. Маджрурун. Мудафун илейхи всегда маджрур. Ва аламату джаррихи. И признаком его джарра аль-кясрату. Это огласовка кясра. Огласовка кясра.
وفي الجملة السادسة في شستوم предложение كلمة طالبات بعد حرف جر после частицы جر. Вот, например, лям это حرف جر. للطالبات طالبات اسم المجرور وعلامة جره الكسرة и признаком его جر является كسرة. ولقد درسنا قبل ذلك أن المضاف إليه то что مضاف إليه мы учили до этого то что مضاف إليه مجرور и признаком его джарра это кесра, огласовка кесра. Валь исму багда харфиль джарри, имя после частицы джарра, также маджрур. Идан, итак, калима, толибати маджрура. Маджрура, слово толибати с кесрой, маджрура. Ва ида кунна кад кулина филь муфради. И, например, если мы скажем в муфраде в единственном числе, атолибу, атолиба, атолиби. Атолибу марфуа. Как мы узнали то, что слово атолибу марфуа, добавляем в алямату рафхи ад-дамма. Мы узнали его по признаку дамми. И признаком его рафха это дамма. Атолиба. Атолиба. Мансубун. Как мы узнали то, что слово атолиба мансуб по признаку? Насба это фатха. В алямату насбихи фатхату. И признаком его насба это фатха. Атолиб из кесра и маджрурун. Как мы узнали то, что он маджрур, по признаку это кесра, ва алямату джаррахи кесрату, и признаком его джарра, слово толиби, кесра. Фа иннана накулу фи джам' аль-муаннаси салими, и поистине мы говорим фи джам' аль-муаннаси салим, в здоровом множественном числе женского рода, а толибату марфу'а, как мы узнали то, что это марфу'а, слово, говорим по признаку рафа, это дамма, ва алямату рафа'и ад-дамма, и признаком его рафа, это дамма, атолибату. По эту дамму мы узнали то, что он марфу'а или атолибати мансубун, ва алямату насби аль-кесра. То есть здесь, например, он мансуб, однако признаком его насба здесь кесра. Как мы узнали то, что кесра в этом примере является признаком насба, узнали по слову «атолибати», то, что «толибати джам'уль муаннаси салим» – здоровое множественное число женского рода не принимает фатху, и фатху заменяет кесра. И поэтому «атолибати мансуб» – «мансубун» – «ва алямату насбихиль кесрату» – и признаком его насба – это кесра. Вот это кесра заменяет фатху. «Фи джам'уль муаннаси салим» – в здоровом множественном числе женского рода «атолибати» Маджрурун в третьем, также с кесры, однако маджрур. Маджрур, как мы узнали то, что маджрур, ва алямату джаррахи аль-кесрату, и признаком его джарра слова атолибати аль-кесрату, это огласовка кесра. Икра иляти, читая следующее, тазхабу аль-муаллимату иля аль-мадрасати, идут преподавательницы в школу, фи хазхи аль-джумлати, в этом предложении, калимату аль-муаллимату с даммой, فاعلٌ مرفوعٌ فاعل и مرفوعٌ так как приходит после فعل после глагола فعل и فاعل فعل فاعل глагол действующее лицо действующее лицо مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمة и признаком его رفعه это ضمة и поэтому слово المعلمات في الجملة الأولى в этом первом предложении فاعلون действующее лицо, так как приходит после действия. И он марфуун, так как действующее лицо, всегда марфуа. Ва алямату и признаком рафаихи, его рафа, слово аль-муалимату, ад-дамма, это огласовка дамма. Фахасати табибатуль маридати, исследовала врач женщина, больных женщин. Здесь, например, في هذه الجملة в этом предложении كلمة المريضات مفعول به потому что فحصت فعل глагол طبيبة فاعل действующее лицо المريضات مفعول به на кого падает действие и здесь المريضات جمع المؤنث سالم مفعول به на кого падает действие منصوب وَعَلَامَةُ نَسْبِهِ الْكَسْرَةُ и признаком его насба слово «аль-маридати» кесра, а не фатха. Потому что «джам'у аль-муаннаси салим» не принимает фатху.
Фатху заменяет кесра. И поэтому здесь будет мансуб, потому что мафхулун бихи. Однако признаком его насба будет уже кесра, а не фатха. Почему кесра, а не фатха? Добавляем ли анна джамру муаннатин салиму? Потому что она, слово аль-маридат, джамун, джамру муаннатин салимун, здоровое множественное число женского рода. Татахарраку сайярату биль-аджалати. Двигается автомобиль на колесах биль-аджалати, на колесах. Ба харфу джар аль-аджалати исмуль маджрур. Фи хадзихи аль-джумлати, в этом предложении калима аль-аджалати исмуль маджрур, потому что приходит после харфу джар. Ва аламату джаррихи аль-касрату, и признаком его джара это кесра. Тадрибун, упражнение, переведи подчеркнутые слова из аль-муфрад, из единственного числа во множественное число женского рода. Джамру аль-муаннас салим, изменяя то, что необходимо. Например, аль-мумаридату филь мусташфа, медсестра в больнице. Здесь надо менять аль-мумаридату филь мусташфа, медсестры в больнице. Анна муслиматун, я мусульманка. Нахну муслиматун, мы мусульманки. Наджахат аль-муштахидату, например, преуспела старательная. Здесь надо добавить алиф и та, удаляя или убирая тамарбуту, сказать наджахатиль муштахидату, преуспели старательные. Юхайбуллаху субхана ва та'аля ан-ниса аль-мукминати. Вот таким образом. Любит Аллах субхана ва та'аля верующих женщин. Китабу аль-муаллимати джадидун, книга учительницы новая. Надо сказать китабу аль-муаллимати джадидатун, китабу аль-муаллимати джадидатун. Таким образом. Атолибату тактубу, студентка пишет. Атолибату яктубна, студентки пишут. Адда толибуль ихтибара, здесь, например, будет адда тулябуль ихтибара. Таким образом. Халяк Аллаху самаа, создал Аллах небо. Халяк Аллаху самавати, создал Аллах небеса. Хадарат аль-мусафирату, и слово аль-мусафирату надо превратить на аль-джамгу аль-муаннас салим. Например, حضرت المسافرات يحصل الطالب على شهادة يحصل الطلاب على شهادة. الإجابة ответ некоторые из них. المماردات في المستشفى نحن مسلمات, как уже было сказано. نجحت المجتهدات يحب الله سبحانه وتعالى النساء المؤمنات وهذه بعض الأمثلة من القرآن الكريم على ما درسنا. И это некоторые примеры из благородного Корана на ту тему, которую мы уже с вами прошли, то есть جمع المؤنث سالم. جمع المؤنث سالم марфуа, когда будет марфуа. Аль-мисалю, пример. Аль-маана би-русия, смысловой перевод на русский язык. Исму сура, название суры. Ракмуль ая, номер аята. Например, фасолихату канитатун хафизатун. Фасолихату мубтада, марфуун, марфуун. Ва аламату рафъихи ад-дамма. Канитатун хабарун, хабарул ауаль, это первый хабар, это хабар первый. Марфуун ва аламату рафъихи ад-дамма. Хафизатун хабарун сани, это второй хабар. Марфуун ва аламату рафъихи ад-дамма. Также здесь, например, марфуа, также марфуа ва аламату рафъихи ад-дамма, и признаком его рафъа это дамма. Ва нисаун мукминатун. Или, например, وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوْقِنِينَ. آيَاتٌ مَرْفُوعَ, и признаком его рафа это дамма. Или لَهُمْ جَنَّاتٌ مَرْفُوعَ
وعلامة رفعه الضمة. Эти слова جمع المؤنث سالم. Или, например, когда будет جمع المؤنث سالم منصوب. Скажем, например. وعملوا صالحات. عمل فعل واو فاعل صالحات مفعول به منصوب. علامة نصبه الكسرة. И признаком его насба это кесра. Ниабатан анил фатха. Заменяющий фатху. Потому что не принимает фатху. Его заменяет кесра. В патеже насб. Мансуб. Мафулум бихи. Здесь также. Халяк Аллаху самавати. Аллах создал небеса. Халяк афигал. Имя величия Всевышнего фаил. Самавати мафулум бихи мансубун. Алямату насбихи ал кесра. Ниабатан анил фатха. Здесь также, например, ма'туф. Ма'туф аля аль-мафхулю бихи. Здесь присоединяется к мафхулю бихи, берет такой же хукм. Здесь, например, мансубун аламату насбихи аль-кесра также. То есть признак насбы кесра не принимает фатху. По идее должен быть фатха. Это джам'у аль-муаннас салим не принимает фатху. Фатху заменяет кесра. В положении насба, в падеже насба будет кесра. Заменяющий фатху. И также здесь ма'туф. Здесь также присоединяется к мафулум бихи. И также здесь, например, фатану фиал, вау фаал, аль-мукминина, мафулум бихи. Ма'туф аля аль-мафулил бихи. И поэтому здесь мансуб. Ва аламату насбихи, однако аль-кесра. А что касается маджрур, Лаху ма фи самавати, фи самавати, фи харфу джар, самавати исмун маджрур, ва аламату джаррихи аль-касра, мин аль-айати, мин харфу джар, айати исмун маджрур, аламату джаррихи аль-касра, мин аль-зулумати иля нур, чтобы вывел ты людей из мрака к свету, ли тухриджан наса, мин аль-зулумати иля нур, من الظلمات من حرف جر ظلمات اسم المجرور علامة جره الكسرة признаком его جر это كسرة في جنات إن المتقين في جنات وعيون воистину богобоязненные пребудут в райских садах и среди родников في جنات в райских садах في حرف جر جنات اسم المجرور وعلامته и признаком جره его جر الكسرة это كسرة. Здесь остановимся. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.